Видите, как труба стоит. Ну, вообще так все прекрасно, просто красиво. Мы кого-то нанимали до нас. Вы видели наши работы, мы вот такой херней не занимаемся. Ладно, ввели в дом ПНД, вот этот фитинг, он там здесь нахрен не нужен. Так еще и под каким углом его поставили. Ну, я показывал, да, поменяли все краны, ля-ля тополя. Здесь такая вот затея у заказчика. Котел двухконтурный, от этого котла будет работать только раковина. Вот видите, там по горячей воде тупик. Все. Весь санузел у нас работает от электрического котелка. Тоже немножко странно, но ничего. Я думаю, у нас газ-то дешевле, чем электричество, правильно? А тут получается наоборот. Может, он ворует? Я шучу. Так, всем привет, подписчикам особенно. Ребятки, сегодня нас 8000. И также гостям канала. Сегодня у нас небольшое видео. Строящийся дом-дача. Водоснабжение и немножечко отопления. Смотрим. Так, ну что, ребятки, мы в доме. Дом находится на отделке. Отделываем, естественно, не мы делаем инженерку, ребятки. Здесь задача такая: сделать полностью водопровод, горячий-холодный. Значит, греть будет котелочек, уже повесили. Вот так. Протянуть, поставить фильтр, поставить. Вот рейку прикрепили. Это будет здесь душ. И, ребятки, повесить радиатор. Радиатор мы уже повесили. Добавили, то есть сюда здесь вообще не было. И еще у нас заказ на обвязку котла. То есть переделку. Вот мы вчера переделали котел. Значит, по желанию заказчика, он попросил нас поставить везде запорные вентиля. Это шаровые краны металлические. А были вот, были у нас, ну тут кто-то делал, были у нас полипропиленовые, запаяны неправильно. Если этот кран потекет, его уже невозможно будет заменить. Потому что здесь не оставлено у нас не разрыва. То есть надо было отрезать. Вот как здесь. Если бы вот здесь со всех сторон, обязательно надо оставлять. Если кран заменить, просто отрезали и впаяли новый, нарастили. А здесь, смотрите, впаяны два крана полностью. Они уже, в общем, если этот или этот полетит, то у нас вся вот эта линия полностью на выкид. То есть и хороший кран, и плохой. Также у нас здесь были краны вот на горячую, на холодную воду. Вот так вот запаяли, видите, ребятки. Этот кран и всю вот эту линию надо было бы менять. Так что поставили мы все как положено. Вот, смотрите. Видите, кран как впаян. Если он полетит, вот здесь вот отрезаем и впаиваем другой. А здесь на муфте удлиняем. Все, ребятки. Так что с отоплением здесь покончено. Здесь вот эти трубы тоже поменяли. Ну а так сейчас начинаем делать мы водоснабжение. Сейчас сверлим клипсы. И сейчас начнем паять, ребятки. Ожидайте, все будет в конце. Запуск системы полностью под ключ. Санузел на даче. Дамы и господа, мы находимся сейчас в санузле жилого дома. Тире-дача. Не знают еще заказчики, я не знаю, жить они здесь будут. Или как, в общем, но строится так как бы капитальненько. Что мы сегодня здесь сделали? Сегодня обделку делаем не мы, естественно. Вот кафель и так далее. Мы только инженерные системы делаем. Здесь мы сделали водопровод, поставили радиатор. Если по водопроводу, давайте вместе пробежимся с самого-самого начала. Это у нас вход в дом. Видите, как труба стоит. Ну, вообще так все прекрасно, просто красиво. Мы кого-то нанимали до нас. Вы видели наши работы, мы вот такой херней не занимаемся. Ладно, ввели в дом ПНД, вот этот фитинг, он там здесь нахрен не нужен. Так еще и под каким углом его поставили. Все, его уже никуда. И в подпол доступа нету.
То есть вот так. Это заход в дом. Ну ладно, на этом заказчик как бы сказал, ладно, пусть так будет, как будет. Поставил был, значит, у нас саморегулирующий кабель внутри трубы, так как под нами неотапливанное помещение, подвал, как бы не подвал, даже не знаю что. Далее у нас пошел кран запорный. Перед фильтром пошел у нас на полив цветочки огородик. Далее у нас предоставлен, опять же, заказчиком БУ фильтр трехчетвертной. Поставили американки легкосъемные. Если что, заменить. Колба лопнет или что-то еще. Опять же, запорный кран, чтобы перекрыть и поменять колбу. Ну и пошла разводка. Горячая, холодная. Здесь, значит, залив унитаза. Вот здесь вот чопик, это унитаз. Здесь будет стоять унитаз, вот здесь вот боком. Залив на унитаз, залив горячий, холодный на, как она называется, на биде, технический душ, биде или как там, да. Далее у нас, как обычно, кран байпасный, с горячей в холодную и на слив. Эх, далее, ребятки, у нас пошло, здесь у нас душевая. Сделан, значит, вот так вот, здесь будет бетонироваться. Здесь будет раздвижная, как бы, душ. Да, положат кафельную плитку. Трубы вот эти, отопление и водоснабжение, у нас пошли на кухню. Вот здесь рабочие придумали вот такую вот у нас специальную. Ах, как она назвать, в общем, я не знаю. В общем, отверстие, в которое мы положили трубы с утеплителем. Потом это все заложится плиткой. Также здесь заказчик готовит какой-то короб, чтобы не штробить стены. Я не знаю, стены штробить невозможно, так как стены здесь вот из такого материала. Это шифер. Ну вот здесь, значит, такой коробочек организуют. Потом сюда удлинители и уже смеситель. А так здесь плитка будет, я так предполагаю. Значит, также утеплители поставили. Теперь левое крыло. Левое крыло у нас установлен водонагреватель 100-литровый Electrolux. Здесь будет находиться, так, что здесь будет стоять у него? А, стиральная машина. Вывели под стиралку по согласованию с заказчиком. Вот здесь он пожелал видеть кран на такой высоте, но, видимо, удобно, чтобы было открывать. Далее у нас пошла холодная и горячая. Здесь вы видите стандартную нашу обвязку. Это накидные гайки под прокладки, легкосъемные. В кран воздушник. Перекрытие горячей воды. Сливной кран байпасный. И запорный кран. Если надо вообще перекрыть и скинуть котелок, закрываем кран, два крана. Ну, то есть запорные вентиля. Так, вот такой вот, смотрите, у нас получился сюжетик. Значит, унитаз и раковины мы не устанавливаем здесь, заказ только по воде. Также здесь были выведены по заданию заказчика, здесь будет умывальник стоять, я так понял, ребятки, и горячий-холодный под шланги. Ну и далее вот кухня. Кухня огромная, ребята. Тут просто футбольное поле. Ну и заказчик пожелал вот выйти горячий-холодный из ванной, чтобы там трубы у нас ни в глаза не мозолили, и пройти здесь. Я так предполагаю, что здесь будет большой кухонный угол, чтобы закрыть вот эти все трубы. Так, ну и здесь будет мойка. Мойка. И пошли мы на котел. Так, вот обвязали котел. Ну, я показывал, да? Поменяли все краны, ля-ля туполя. Здесь такая вот затея у заказчика. Котел двухконтурный, от этого котла будет работать только раковина. Вот видите, по горячей воде тупик. Все. Только раковина. Почему-то я не знаю. Хотя бы, ну не знаю, в общем. Только раковина. А все остальное, то есть весь санузел. Весь санузел у нас работает от электрического котелка. Тоже немножко странно.
Ну ничего. Я думаю, у нас газ-то дешевле, чем электричество, правильно? А тут получается наоборот. Может, он ворует? Я шучу. Так, ну, в общем, в принципе, здесь, конечно, просится бойлер, что можешь кусок нагрева сюда влипануть, и вообще будет прелесть. Так, ну ладно, может, я ерунду сказал. Так, ребятки, еще раз, нас уже 8 тысяч, ребятки. Я очень рад, администрация очень рада нашей компании. Так что подписываемся, ставим лайк. Если, конечно, не понравилось, прям без проблем. Ответим, если что. Ну все, сейчас собираемся потихоньку и поедем. Всем пока.